представлен концепт от компании Diversion 3D. Это американская компания, которая купила в 2017 году наше оборудование, установку компании SLM 500 для производства, в рамках производства нового модульного концепта автомобильных шасси. Большинство элементов на этой машине напечатаны на нашей машине SLM 500. Большинство элементов, которые соединяют конструктивные элементы машины. Основной материал – это алюминий. И в особо нагруженных деталях – это титан. Титан у нас имеет темно-серый цвет. Вес этого шасси без колес составляет 46 килограмм. Двигатель устанавливается сзади, это двигатель внутреннего сгорания. И это дает нам 1,16 лошадиных сил на килограмм веса. Длинные детали, большие, которые по габаритам как бы не кажутся, не лезут в SLM 500, были действительно напечатаны из нескольких элементов и потом собраны вместе по специальной технологии. Это ноу-хау компания не разглашает, что это была за технология. Это первый самый концепт. Вторая машина сейчас находится в США уже полностью в сборе и проходит тесты по безопасности и различные тесты на оборудовании. Если мы посмотрим сюда, то здесь представлено видео этого концепта, как это все собиралось. Основная идея – это различные модули, которые собираются между собой. При таком концепте шасси срок разработки нового автомобиля сокращается до полугода.